Всем доброе, предоброе утро. С побережья Индийского океана. Идем, иди сюда. Это какие-то фрукты растут. Я не помню, как они называются. Они как выглядят на дереве, как елочные игрушки, шарики. Они съедобные, но они невкусные. Не знаю. Оно такое белое-белое внутри. Не помню, как они называются. А это дерево баобаб. Маленький баобаб. Итак, друзья, всем доброе-доброе утро. У нас сейчас завтрак. Ну, завтрак в Африке для меня это фрукты. Максимально наесться вкусняшками. Вот такие бананы, они страшненькие, но они обалденно вкусные. Ананас сейчас порежу и авокадо. Ну, и может быть сделаю кусочек хлеба, тост поджарю себе с авокадо сделаю. Вот эти бананы, они обалденно вкусные. Да, дом будут строить. Все. Aqui faz a fogueira. Como se chama ela? Vai. E aquela? Martinha. E o bebê? Larissa. É um menino. Não. Ah, é uma menina. Так вот люди живут. Это стопроцентная реальность. Вот она. Каждый домик типа свой, своя комната. Это здесь какой-то типа кладовки нашей. Там они сохраняют, ну как сберегают кухонные принадлежности. Она говорит, она сейчас поломанная. Будет строить новые, это тоже. То есть вот так живет одна семья. Утки, а это кухня. Здесь готовят. На дровах. Там курица сидит. Это, по всей видимости, вода привезенная. Колодца набирают, сюда возят воду. Вот так.
дети со школы идут. Olá, meninos. Tudo bem? E agora vão para casa? Vão para a escola. Ah, e vão para a escola agora. E por que dois? Meu Deus. Manter o fogo, eu não vi só fora. Так растет мандиока, маниока. На в земле корнеплод. Não, pode ser, é muito. Olha, dá quatro cocas. Deixa passar. É só, mas se fôssemos nós não conseguimos. Consegue? Nunca se magoou a fazer isso. Thank you.
рис в кокосовом молоке.